Первый матч сезона в Череповце собрал аншлаг. Очередь за билетами из помещения касс вырвалась на улицу. В итоге пустых мест на трибунах практически не было, что только добавило волнения хозяйкам зала, многие из которых впервые вышли на игру в форме северянки. Было очень волнительно. До сих пор считаю, что не показали свою игру. Сыграли, по-моему, настолько ужасно, насколько можно, потому что чуть ли не руки тряслись, очень волновались. Но во второй партии более-менее волнение сошло и чуть-чуть оживилась так игра, более-менее. 17-летняя Виктория Пушина вообще проводила свой первый матч в высшей лиге А и сразу стала самой результативной в команде. Вместе с другой центральной блокирующей Юлией Первухиной они набрали по 12 очков. Да, Вика волновалась, но тем не менее на арене спортивной она не первый год уже, да, и на международной, скажем так, в качестве сборницы, сборной Российской Федерации. Вот, волнение сказывалось, но она сегодня большая, молодец. Первый сет получился упорным. Ко второму техническому перерыву волгодонские волейболистки вели в счете одно очко. Однако затем Ярослава Симоненко забила мяч, ушла на подачу, и сет закончился. 11 очков подряд набрала северянка, и партия завершилась со счетом 25-16. Далее череповчанки заиграли увереннее. В результате матч уложился в три партии 3-0. На повторный матч тренерский штаб северянки кардинально поменял состав. В стартовой бригаде остались только Виктория Пушина и Ксения Кравченко. И в первой партии череповчанки долго искали свою игру, чередуя удачные серии розыгрышей с провальными. Как следствие, концовка сета получилась напряженной, но с хэппи-эндом для хозяек зала. 25-22. Далее гости заставили череповчанок поволноваться только в начале третьей партии. Но в итоге снова 3-0 победы северянки. Сезона официально, это очень волнительно, и всегда у нас чувствовалось волнение. Сегодня я считаю, что мы с ними справились и увереннее играли, и в нападении, и во всем. В принципе, мы справились с нашей задачей. Следующие матчи северянка также проведет на своей площадке, но соперник будет более сильный. Серебряный призер прошлого сезона – Приморочка из Владивостока. Игры в ближайшие выходные. Владимир Сентябрев, Сергей Павлов, новости.